Глупец! Ты думал, что сможешь перенестись на мой корабль незаметно? Логистическая команда, поместите этого мертвого человека в наше самое темное хранилище. Да, капитан. Перенаправление транспортной сети. Серьезно? Меня поймали и сразу же мочканули? Отличное начало. Ошибка соединения. Экзекьют можно нажать. Ну давай нажмем. Не понял. Я что теперь могу переносить свое сознание между роботами? Спасибо, братюнь, что помог мне разобраться с одним. А теперь настало твое время. Вот так. И промеж ног ему. Давай еще разок. Во! Красавчик. Надо валить отсюда. Юнит-копейщик Е-225, что ты делаешь? Чё я делаю? Я ничего не делаю. Сознание этого юнита выглядит в сети иначе. Блин. Это человек. Капец, меня спалили. Так, надо переселиться в другого робота. Офигеть, дроны болтать научились. Они ж раньше не болтали. Чуваки, вы перестаньте. Давайте-ка по одному. Блин. Может мне переселиться вот в этого бронелобого чувака? Давай вначале разберемся со всеми. Промахнулся. Жалко. О, у меня есть нитро. Нитро есть. Ништяк. Мы с тобой кайфуем. Сейчас я вас проткну пикой. Вот так. Готов? Готов один. Сейчас еще с этим. На тебе. Оу, воу, близко было. Черт подери, ноги, мои ноги. Ух, слава богу, они живы. Мне буквально пяточки подрезали. Осталось два. Ну что, кто из вас умрет первый? На тебе еще раз, да что ж такое ты живой? Тихо. Вот этот бронелобы мне нужен. Давай. Есть, перенесся, красавчик. Сейчас я тебя рубану. Блин, кстати, за перенос у меня отнимается жизни. Это вообще не круто. Вот блинский. У этого чувака есть скачок. Так, болтливый робот попался. Чё вы со мной сделаете? У меня, кстати, интересно, есть блок стрел? Лучше я не буду этого пробовать. Тут столько соблазна переселения в других роботов. Блин, моя бронька. О, есть, перескочил. Минус один. Да ладно! Меня проткнули стрелой. Вот это не круто. Зато я в крутом боссе. О, здрасте, мордасти. Огненный меч. Блин, там еще и хаммер. Ух, ну зато я с луком. И у этого чувака, кстати, очень много энергии. Прям щита. Да ну нафиг, щитами, чуваки. Да ты посмотри, какие они мощные. Хотя моя стрела мощнее. Огненные стрелы, выручайте меня. Давай, хаммер бой, беги к нам. Чпок. И нет здесь никого. Ха, вот это лучник. Там вон дверцы открылись. Ненавижу двери. Сейчас по-любому откроется дверь, и на меня вывалится куча дронов. Воу. Я ошибся? Всем подразделениям, мы прибыли. Я готовлю пехоту к высадке. Обнаружена человеческая армада, вращающаяся вокруг их родной планеты. Тактический анализ. Угроза третьего уровня. Атомное, энергетическое и кинетическое оружие. Главная угроза по-прежнему человеческий шпион. Как? Эта штука еще жива? Схватите его. Человек умрет прямо сейчас. Да ну нафиг, они сейчас на меня всю армию свою обрушат, это будет не круто. Это очень не круто. Они еще и на нитро. Но у меня есть уворот. Уворачиваемся, нитро. Закончилось! Ой-о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 й
потно! Очень потно! Даже дрон умеет потеть. Все, стрелы закончились. Твою ж налево. Фух. Вроде бы всех ушатал. Ах вы. Энергия закончилась. Это очень плохо. Остался один. Слышишь, какая музыка? Эпичная. Да что ж такое? Ты увернулся. Ты вернулся. У меня есть пинок. Давай, один пиночек. Один пиночек. Или одна стрела. Что ж такое? Промахнулся. Вот так вот тебе. Воткнули последнюю стрелу. Че, все? Больше они производить дронов не будут? Давай-ка встанем на эту панель. О, и куда это меня понесло? Кажется, меня транспортируют в какой-то другой узел. Прибыли. О, вот это я классно прибыл. Я бы тебе
потерял человека. Что? Я смогу его отследить, как только он обретет новое тело. Вот того? Человеческий фор, мы получили ваше сообщение. Хорошо, давайте договариваться. Мы отправляем нашего лучшего дипломата для встречи с вами. Хм, выслали дипломата. Привет, я совсем один, человек. Иди сюда, я буду ждать тебя за углом. Чё, мне занимать или забить на него болт? Ладно, давай мы тут пошаримся. Дверцы можно открыть какие-нибудь? Пинком ничего не открывается. Походу мне придёт... О-о-о, смотри, что там у нас? Дай-ка попробуем лупануть. Чек, бери, нас спалили. А, спалился, со своим этим раптором. Он хотел меня заманить. Да сейчас, конечно. Меня не проведешь. Я ж не дрон какой-то тупой, я человек. Может, уже пора переселиться в кого-нибудь другого? Кого бы выбрать? Вон там чуваки с щитами, я вижу. Интересно, если я отсюда в них попаду. Давай мы попробуем ему руку срезать. Вот так. Ага, сейчас. Размечтался. Они сразу же на меня сагрились. Давайте, чуваки, давайте. Бегите ко мне. Так. Прямо в хэд прилетело. Кстати, ничего себе они здоровые. Мощные такие. Ого! Вот это он подскочил ко мне. Неожиданно. Нежаданно, негаданно. О, сзади! Господи. Вот так вот. В височек попал. Ну, выходи один на один. Лук против копья с щитом. Ой, косю. Косю второй раз. Эх, блин. Может быть, тебя пинком сбить? Черт, он меня проткнул. Ай. Ну ладно, я хотел поиграть за этого чувака. Придется поиграть. Капец, они здоровые. И у них нитро всего одно. Блин, лучше бы я красного выбрал. Эх, ладно, пошли. Че у нас здесь? О! Добро пожаловать, человеческий посол. К смертельному кубу. Это самое лучшее место для нашей второй встречи. Смотри, это же я. В прошлом. Ну что же. Ха-ха, на первом же уровне. Я думаю, что этот человек был очень плох с дипломатией. Давайте пробуем следующих людей. Это, короче, был дипломатный чувак. Это было скучно. Нет, это был отстой. И эти роботы еще надо мной издеваются, а? Ты глянь на них. Давай вот этого вот мы насадим на пику. А ну иди сюда. Опа-на! Отдался хаммерботу, как легко. Чуваки, вы готовы к мясу? Я вас сейчас расплющу. Идите сюда. Вы что, телек смотрите, что ли? А, так, минус один. Минус два. Минус три. Минус четыре. Ух, как это легко делается. Нет, мечом. Да что ж такое-то, капец. Две жизни осталось. Это вообще не круто. Одна хп-ха осталась. Зато я красный хаммербот. Боевой корабль атакован. Во-во-во-во-во. Все юниты, готовьтесь к легкой турбулентности. Незначительный урон от человеческих орудий. Щиты выдержат. Капец нас потряхивает. Кораблю достается. Давайте, чуваки, ну подстрелите друг друга. Да что ж такое-то? Вот это мне не фартит, а? Готов? Последний лучник готов. Остался последний мечник. Выворачивается. Засранец уворачивается. Ну что ж ты будешь делать-то, а? Хитрожопый дрон. Выкуси накуси. Хедшотик ему. Кстати, у меня последнее хп. Если я сейчас погибну, то это будет капец. Весь род человеческий погибнет. Я всех подведу. Что-то дверь какая-то странная. Неужели это финал? Неужели я дошел до босса? Оп. Нам кажется... О, жизнь дали. Шикарно. Чекпоинт. О, крутяк. Выполнять. Начало преобразования комнаты. Я всегда говорю, каждая проблема, о, это проблема логистики. Нет, только не сюда.
Капец, меня выкинуло в космос! Здесь нельзя прыгать. Мои ноги присасываются, точнее, примагничиваются к металлу, и я могу здесь ходить. Это круто. Значит, эти чуваки не могут прыгать. Это вообще офигенно, то, что я лучником играю. Они от меня теперь фиг убегут. Главное не мазать. Нет, они могут убежать. Капец, ты крепкий, а? А пинать я могу. Хаммербот сдох. Смотри, как он в космосе летает. Офигенно просто. Лишился головы один чувачок. И вот этот лишится сейчас. Ай-яй-яй, по щечке попал, да? Классно. Вообще офигенно сделали чуваки. Разработчики. О, это лучники у нас тут. Минус один лучник. Минус два лучник. Минус три лучник. Три стрелы и три поражения. Осталось разобраться с этими чуваками. С этими щитами. Когда я подхожу к ним близко, они открываются. Они хотят меня ударить и открываются. Вот так. Давайте еще разок. А, не успел. Давайте, пупсики. Двоих сразу. Фу, вот это и могу. Бежим вот сюда, к этой непонятной штуковине. Надеюсь, что она поможет мне отсюда выбраться. В космосе я Оу, ко мне еще тут арава бежит. Чего? Смотри, какие огненные. Может, отдастся ему? И стать огненным мечником? Хотя лучники мне больше нравятся. Опа! Неожиданно. Не хотел отдаваться, ну так получилось. Я не знал, что у него есть блок. О, как я легко с ними разобрался. Роботы летают, в космосе зависают, жизнь свою просирают. А мертвый человек сознание перенес, и роботам теперь планету Земля спасет. Смотри, какой толстый бежит к нам. Ух, бугай. Так, подлетим, пнем. Не получилось подлететь. Да что ж такое-то, не срабатывает пинок. Да капец. Не-не-не-не-не-не. О, есть. Давай, сжигай его. Красава. Сожгли его нафиг, бугая этого. Сейчас мы свалим с этого космоса. Блин, конечно, классно они придумали с перемещением. О-о-о-о-о. Ха. Все, мы забрались обратно в корабль. Бежим внутрь. Вот эта штука нам нужна, да? О, жизнь кидали. Чекпоинт, это хорошо. Оу! Слушай, интересно, в паука я смогу вселиться или нет? Хотя, если я в него вселюсь, я не смогу перемещаться по кораблю. Он слишком большой! Капец! Нет, не так нравился этот огненный дрон! Ну иди сюда. Выключи! На разгончике ему пробил башки. Так, тихо. Ну чё, паучок, настало твое время. Сейчас мы ему подрежем ноги. Ой, гранат много, ой, много. Вот так. Блин, с пикой вообще неудобно ему ноги подрезать. Капец, как неудобно. Парикмахерскую заказывали? Сейчас мы сделаем вам стильную прическу. Чёрт. Ууу, какой калашмарик, смотри. Ну, нам здесь даже удобнее будет. Глазик вон. Подлетаем к нему на нитро и проты... Да что ж такое-то? Да вставай ты, пекарь! Пекарь. Реально пекарь какой-то. Ну, пробей ему глаз. Есть, наконец-то. Аллилуйя. Зато мы выяснили, что если меня убьет паук, я не могу в него вселиться. О, драсть мордасть. Лучники. И хаммербот. Проткни их! Да. Проткнул удачно. Очень удачно. Минус один. Полетим наверх. Сейчас раздадим лучникам люля. О, лучники, смотрите, как мы сейчас сделаем. О, тихо. Минус один, минус два. Нет, минус два не получилось. Но стреляй. Да не в меня, вон в того. Да ты косой, ты что, в своего не можешь попасть, что ли? Вот я встаю прям вот. Хедик, что ты прыгаешь? Дубины, а? Давай-ка мы их, короче, поскидываем. Иди в реактор, вон туда. Да что ж такое-то, а? За одноногого играю. Это не круто. Надо отдастся. Сейчас мы отдадимся кому-нибудь. Кто из вас меня подстрелит? Давайте.
Просрём оставшиеся жизни. Спасибо. За... Ну чё, чуваки, дубль 2. Лучники, давайте, обрадуйте меня. Подстрелите друг друга. Просто вот так вот, хедик. Красавцы! Вот моя задумка сработала, наконец-то. И тут давайте. Плохо, плохо стреляете, чуваки, очень плохо. Последний остался. Давай, подстрели его. Ну же. Есть, молодец. Деревянную медаль тебе за это. А этого мы сейчас скинем. Иди. На, у меня ноги нет. Не скинем мы нифига. Тогда вот так вот. Он просто вниз упал. Ну вот. Подстрели меня, давай. Давай, пупсик. Ты сможешь, я верю в тебя. Мне нужно твое тело. Подари мне свое тело. Спасибо. Ты просто мега-пупер крут. Опс, упали. На втором ярусе открылась дверца. Лавовая локейшн. Сейчас я буду всех распинывать в лаву. Давайте. О, раптор. Здорово. Может, раптору? Если я раптору отдамся, то... Ой, у одного раптора уже минус одна нога. Вы чё? Очень опасно. Очень опасно. Капец. Так, надо отсюда выбраться. Фух, успели. Раптора сейчас мы подстрелим. Точнее, того, кто на нем сидит. Готов. И сейчас... Серьезно? Я думал, я сейчас на раптора залезу. Вскакивай, вскакивай, вскакивай. Да что ж такое-то? Готов! Нет, я в лаву упал. О, я за раптора играю. Одноногий раптор. Вон там чувак в броне, я вижу. Сейчас мы ему отдадимся. Или будем поджигать раптором. Раптор, давай. Не подойдешь ко мне. Вот. Не получилось. Ну что ж, зато я в броне. У меня есть нитро. И много энергии. Это тоже неплохо. Кстати, я на босса похож. И у меня нет хп. Где чекпоинт? Мне срочно нужен чекпоинт. Чекпоинт! Ура! Аллилуйя! Спасибо. Спасибо тебе, чекпоинт. Ты вовремя. Просто втыкаем вот этих чуваков. Блин, у меня же щит есть. Интересно, если они по щиту ударят. Я заблокирую их удар. Но пробовать я это не буду. Я их просто лучше вот так проткну. Один готов. Второй готов. Фьюх. Так, у нас есть возможность зайти в эти двери. Ого. Ладно, идем на разборки сюда. В этот тронный зал. Тронный. Разберемся сейчас. Нет. О, лава есть, лава есть. Отлично. Сейчас мы кого-нибудь сюда пнем, если у нас получится. В лаву никто не хочет. О, он меч достал. Ах ты, пухермен, сгори в аду. Опа. Щит имеет свое преимущество. Блокируются все-таки удары. Черт подери, меня чуть-чуть вкоснули. Поднакопим сейчас нитро и... Один пнул другого. Большой бро пнул мелкого бро. Идите, да что ж такое, так прыгучий какой, а? Большой бро готов. И мелкий бро. Ну бро, бро, давай, бро. Не бро, ты мне не бро, нет. Потому что я тебе сейчас раздам. Или ты мне раздашь. Готов! Дверца открылась, и сейчас мы с тобой перенесемся в какое-то другое место. Интересно, куда? Нифига себе, армия. Ух. А куда я лечу? Прикинь, если бы меня закинули к этой армии. Да я бы их там как нифиг делать раскидал всех. Здрасте. Глупец. Ты покинешь этот корабль по кускам. Это вот эта тетка меня назвала глупцом. Вперед, капитан. Сломайте человека. Мы в вас верим, капитан. У человека нет и шанса. Мне бы, конечно, лук здесь пригодился. Очень бы пригодился. Ой-ой-ой, она еще гранатами срет. Да что ж такое-то, а? Ну че, босяу? Сейчас я с тобой разберу. Она... У нее сколько оружия? У нее лук, меч, лазер. И еще и... И еще... О, как я ее размочил-то. Ты думаешь, что победил человек? Команда ботов. Активировать боевой мод. Военное дело. Разум. Пехота. Логистика. В атаку. Вы что, серьезно? Мелкаши. О, так у них у каждого своя... Свое оружие. Капец они. Что творят? Слушай, это... Просто жесть. Что ж у меня есть нитро? Один снес своего братана. Вставай, 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 вставай. Нельзя лежать. Рано. Воу, 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 огонек. Очень
Надо вот этого. Иди сюда. Надо избавиться от него, потому что он огнем поливает. Они все умеют поливать огнем. Да что ж такое-то? Капец. Давай, давай. Есть! Попал. Поджег немножечко. Но этого маловато! Маловато будет. Че, в меня попали? Да, в меня попали. Блин. Ладно. Сейчас я их попробую мечом расколошмарить. С мечом попроще будет, нежели с пикой. Да что ж такое-то, а? Оу, тихо. Шанс был, да что ж такое-то? Ну, был шанс, почему я не ударил меч? Ой. Хаммербот? О, ништяк, хаммербот. Хаммербот. Да капец, просто лаки момент был. Лучник, наконец-то лучник. Сейчас я надеюсь, что лучник мне поможет. Последняя жизнь. И за кого играю? За хаммербота. Я понял. Последняя жизнь за хаммербота. Ух. Ну, капец. Ну что, дубль 2. Как говорится, опять осталось их двое. У меня две жизни. Сейчас посмотрим, кто кого. Кто кого. Главное, что в этот раз нету мечника. Мечник под пеклом своего братца сгорел. Вот этого братца. Ну идите, идите сюда. Давай, один на один. Да, блин, я думал, что я его проткну, прям черепуху ему проткну. Есть! Я же его проткнул, да? Остался один ништяк, я пожертвовал, правда, своей жизнью. Ну, что поделать. Задел чуть-чуть. Чуть-чуть задел. Он меня тоже задел. Лучники остались. Кто ловче? Давай посмотрим, кто из нас ловче. Был шанс очень хороший, когда он своим пуканом поливал. Вот так, задел. Сгорел! Неужели все? Компьютер мой! Военный крейсер 17, каков твой статус? Была ли устранена человеческая угроза? Доложите. Добро пожаловать, капитан. Конец четвертой части. Продолжение следует.